Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега. Днем 18-21 мороза, ночью 17-20 ниже ноля. Ветер южный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем минус 18, в темное время суток также 18 ниже ноля. Южный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти солнце сквозь облака, днем минус 19, ночью 17 градусов с минусом. Южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, к вечеру возможен снег. В дневное время минус 21, ночью минус 20 градусов. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.